Гримм. Так. Напрашивается потрясный тост. За Джену. Это и есть потрясный тост. Тут кто-то есть. Да. Я. Привет. А Лерой тут? Вы ошиблись номером. Правда? Лерой сказал, он в 212-м. Да, в 212-м. Интересно, а где он тут? Или не тут? Черт. Извините, я говорил с Лероем, он сказал, что в 212-м. Я же сказал, вы ошиблись номером. Эй, ребята, он мне денег должен, ясно? Слушай, Лерой, я знаю, что ты здесь. Хватит дурака валять. И не пала. Ладно, ладно, эй, полегче, а? Пошел отсюда. Боже. Ну ладно. Давайте, давайте, давайте. Ты что творишь? Да он придурок. Может и нет. Пошли. Сработало, Ник. Ник? Сколько их? Определенно четверо. Они тебе поверили? Да не в жизнь. И они идут, так что... Что будешь делать? Арестуешь их или как? Или как? Ну ладно. Ты кто такой? Я просто искал Лероя, старик. Он должен мне денег. Ты не помнишь? Я стучал к вам в дверь дважды за последние 15... Заткнись. Эй, потише. На обиженных воду возят, знаешь ли. Убить его. Но просто эталон Феррата, верно? Один ответ на все вопросы. А у меня вопрос для вас. Кто из вас избил моего напарника? Грим. Возьми паспорта, сотовые, все, что у них есть. И отнеси к себе домой. Отлично, все улики у меня дома. И вот это. И орудие убийства, почему бы и нет? Знаете, как вирус Эбола. Вы же шутите? Нет, не шучу. Но это не Эбола. То есть это не заразно? Вероятно, нет. Вы обнаружили его вчера и до сих пор относительно здоровы. Так что вам не о чем беспокоиться. Это успокаивает. Да, типа того. Но на всякий случай... Я возьму у обоих анализ крови. Закатайте рукава и идите за мной. Отлично. Надо всадить ему, пока он... О, ты очнулся. Наверное. Думаешь, где ты? Мы твои друзья и... Мы просто хотим помочь, чтобы ты выздоровел. Ладно. Давай укол. Что будем делать? Что делать? Я его подержу, а ты делай укол. Успокойся. Так. Успокойся. Я не хочу причинять тебе вред, но если ты... Ну все, хватит. Подними ему рубашку. Давай, подними. Быстро, быстро, быстро. Все слегка перемешалось. То убийство, которое я расследую, там поработал скверный зуб. И ты сейчас... Да, я выслеживаю нас. Но будь осторожна, за домом следят два федеральных агента. А внедорожник напротив, поэтому я держусь подальше от окон. Зачем он вломился в магазин с краской? Кажется, это как-то связано с Хлоей Седжвик. Почему? Так, предчувствие. Знаете, как это бывает? Полицейский отчет 3-летней давности. Композитор по имени Макс Фишер был помещен в лечебницу после нервного срыва. Тогда он напал на скульптора, плеснув ему в лицо кислотой. Угадайте, с кем он встречался? С Хлоей Седжвик. Согласно отчету, она встречалась еще и со скульптором. Самоубийство 5-летней давности.
Романист по имени Элис Харлан повесился, когда его бросила девушка. А девушкой была Хлоя Седжвик. Какая должна быть женщина? Эй! Я тебе очень благодарен, Хэнк. Я тоже. От меня еще что-нибудь нужно? Сейчас нет. Мне нужно проверить одну зацепку. Позвоню, как только что-нибудь найду. Ну, ты в порядке? Да. Знаешь, нормально так. Правда, кто-то хочет меня убить. И неизвестно, кто и почему. На ум ничего не приходит. Но было время. Это было давно. Хочешь выпить? Может? Да. Прекрасно. Этот вкус такой мягкий, с привкусом торфа. Можно спросить? Конечно. Я пытаюсь понять, как все это происходит. А, да. Непосвященного это может сбить с толку. Знаю. А когда происходит это изменение? Волна. Волна? Ага. Это больно? Немножко. К этому привыкаешь. А если ты сейчас это сделаешь, я увижу? Да и нет. Что это значит? Ну, есть типа два варианта. Первый, когда ты на эмоциях или нервничаешь. А второй, если ты очень разозлен. Другими словами, если я не захочу, ты меня не увидишь. Но если захочу, поверь, так будет. Но Ник тебя видит, даже если ты не хочешь. Поэтому он от вас отличается. Поэтому он для нас опасен. Эй, знаешь что? Давай я объясню на наглядном примере. Хорошо. Ладно. Ты не изменился. Именно. А сейчас? Ты только помни, это всего лишь я. Ладно? Сейчас ты меня увидишь. Все в порядке, это я. Ну? Это было потрясающе. Ну. Сделай так еще раз. Цветы — это уже слишком, да? Может, ты их ей подаришь? Ладно, нет, ты прав, ты прав. Просто надо было купить ей розы. Это слишком нахально. Я соскучилась. Я тоже скучал. И принес тебе... Какая красота. И Ник пришел. Привет, Ник. Привет, Розали. С возвращением. Спасибо. Ладно. Поехали в лавку пряностей. Кажется, я знаю, в чем проблема. Если ведьма, которая пришла в лавку, была матерью Адалинды и сказала твоей маме, что в Портленде есть принц, то, наверное, для него она и делала очищение. Следовательно, твой капитан есть принц из Портленда. Капитан? Если он прошел процесс очищения, а это, кстати, мучительное испытание, это объясняет, почему их с Джульеттой так тянет друг к другу. Видимо, об этой части заклятия никто не говорил. И как нам это остановить? Вот это мы и должны узнать, и быстро. Ведь если позволить чарам действовать, один из них убьет второго. А есть чары, от которых не умирают? Вообще-то нет. Я таких не знаю. Кажется, я нашел. Да. Нет. Не знаю. Монро, вот она. Да, правда? Потому что я так и думал. Итак,
Возможно, лекарства действительно есть. Но это будет непросто. Почему? Потому что Джульетта и твой капитан должны принять его вместе. Я это устрою. О, боже. Боже. О, боже, что? Нам нужен инструмент изначального заражения. Так инструмент изначального заражения — это же кошачьи когти. Именно. Тащите кошку. Что с ней случилось? И? Ну, и она теперь на улице. У меня не было выбора. И что нам делать теперь? Это. Ох, чувак. Позвольте, я куплю вам заслуженную выпивку, капитан. Я думал, она бесплатная. Поэтому я и угощаю. Нас он уже угостил. Отличная речь, капитан. Спасибо, Ник. Если честно, мне не очень нравятся такие мероприятия. Я всегда как будто получаю лавры за работу других. А так и есть. Ну так и есть. Прошу прощения, в каком участке вы работаете, сержант? Кажется, вас надо снова угостить, сэр. Бёрхард, мне позвонил шериф округа. Похоже, у нас еще один свидетель. Утверждает, что ее обокрал пришелец. Космический корабль украл. Нет, машину. Южный шериф проверил ее показания, отыскал старый сарай, в который ее отвезли. Снаружи припаркована машина, сломана, капот поднят, номеров нет. Видимо, это и есть космический корабль. Эй, я разобрался с нападениями на Скотт, как ты просил. И? Я выделил сообщение об атаках НЛО. Похоже, они начались 2 недели назад в Линкольне, Небраска, и с тех пор двигаются оттуда на северо-запад. Как видишь, интенсивность нападений, а их 27, со временем повышается. Зачем пришельцам коровы? Вот уж не знаю. Бёрхард, пришел к тебе с отчетом из лаборатории, а тебя на месте нет? Что там у нас? Что-то, что наконец прольет свет на таинственное нападение на Скотт по всей стране. Не тяни кота за хвост, Ву. Яичники! Еще раз. Их вырезали у коров. Их яичники. Теперь ты в курсе? Да, понял. Что? Поверить не могу. Они же вымерли, по крайней мере, я так слышала. В учебниках естественной истории этого не было. Эти ребята — часть сверхъестественной истории. На них охотились, и они вымерли. Как бизоны. Их кожа очень высоко ценилась из-за люминесценции. Коллекционеры собирали такие. Ты видел одного из них? Нет. Но у меня 2 человека, которые видели пришельца. И кусочек светящейся кожи, которую нельзя отнести ни к человеку, ни к животному. Когда я была ребенком, мы верили, что существуют прекрасные волшебные существа, светящиеся в темноте. Огромной удачей считалось увидеть хоть одного, как в истории про лепреконов. Да уж, тому ковбою повезло. Как и убитым коровам. А есть убитые коровы? Да, 6 штук. И еще на других ранчо. Погоди-ка. Одну секундочку. У них что-нибудь вырезали? Их яичники. Значит, их 2, и она беременна. Что? Не может быть, чтобы она сама могла охотиться. Вот зачем яичники. Вот, гляди, цвета шкуры относятся к древнему виду. Их корни уходят в Африку. Во время беременности женщинам требуются коровьи яичники. Знаю, звучит странно, но другие едят мороженое с солеными огурчиками. Значит, он режет коров, чтобы достать яичники и накормить мать его будущего ребенка. Чем больше нападений на коров, тем ближе время рождения маленького светошкура. Уже 27 нападений, начиная с Небраски. 27? Серьезно? Она может родить в любую минуту. Розали? О! Привет, Ник. Привет. Так. Вы 2 над раскрытой книгой, а это предвещает только катастрофическое бедствие, что в свою очередь значит, что мое свидание с Розали откладывается. Монро, здесь светошкур, вырезающий у коров яичники, потому что у него на руках беременная, готовая родить в любую минуту. Серьезно? Светошкуры? Да. А я думал, они вымерли.